Ребят, всем привет! Сегодня немножко покажу вам книжные Белграда. Друзья, сейчас мы с вами в книжном Вулкан. Это еще одна сеть. Я увидела здесь очень много настольных игр. Давайте посмотрим, сколько же стоят настольные игры в книжном в Белграде. Ну, то, что, в принципе, нам всем знакомо. Так, Монополия. 5500 динаров. Делим пополам. Грубо говоря, 2500 Джуманджи. У кого-то дома есть, ребята, игра Джуманджи? Кто-то играл? Все знаем мы этот, так, 2850. Все мы знаем этот классный фильм. Я, кстати, бы своим детям купила. Как это выглядит внутри? Так, доходилка-бродилка. Какие-то карточки. Ну уж там можно разобраться все. Кто здесь живет, в любом случае учит сербский, так или иначе, хочешь не хочешь, везде его слышишь. Так, что еще такое у нас международное? Что у нас такое международное еще, ребят? Вон есть Netflix Queen's Gambit. Так, и что же это за игра такая? А, это шахматы какие-то интересные. 3750. Ребята, может еще кто-то знает, как Dixit. Во. Я знаю, сейчас у детей, у школьников популярна такая игра Dixit. Так, по крайней мере, на столке они играют здесь, когда встречаются, и цена... Где? Вот. 4140. Классный, кстати, подарок на день рождения. Классный подарок на день рождения. Катан. Кто-то знает эту игру Катан? Я смотрю, тут прям это целая серия. Основная игра и дополнительные какие-то. Ух, 4800. Катан. Очень интересно. Может, стоит ее купить? Мы просто не знаем, что это такая за игра. Так. Ух, какая большая. Так, Азул. Азул. Ребята, кто-то знает Азул? Мастер шоколадье, шоколадный мастер. Вау! Какая красота! 6300. Смотрите, какая игра. Какая интересная. Я понимаю, это как компьютерная игра. Нужно составить такое ощущение, что в ряд. Squid Games. От Netflix тоже. Что-то потрясающее. Так, ну-ка да посмотрим. Тоже что-то с карточками. 4000. Ребята, если кто-то из вас играл, напишите, пожалуйста, мне в комментариях по поводу этих игр. Я, может быть, своим детям куплю, если действительно реально это интересно. Суши. А игра суши. Так, а я все смотрю, что он такой показывает. Ну, Доболь, слушайте, Доболь знают все. Доболь знают все. Так, сколько за Доболь? За Доболь. Так, 2100. Это вот с хорошими карточками, такими с плотными, настоящая игра. 2100. Слушайте, какая красота. Так, что у нас там еще есть внизу? Шахматы. Кстати, шахматы и шашки, это, наверное, вот так, знаете, когда вместе все сразу. Ой, какая тоненькая маленькая досочка. Чес, дротс и бэкгамон. Шашки, нарды и шахматы, как обычно, ребята. Ну сколько? А это все? Так, это все 1876. Неплохая цена, маленькие такие. С собойки. Путешествие. Так, это похоже на Уна. Но какой-то Ксуна. Очень смешно. Сейчас очень смешно. Это похоже на Уна. И это 261, да? Ой, карты. Ну, карты нас все знают. Ну, кстати, найти хорошие карты. Пластиковые. Это еще та проблема. Так, ну что? Это что, две колоды? 633. Похоже на две колоды. 633. Две колоды карт. И это, кстати, известная марка. Вот этот пятник. Это хорошая карта.
И всякие мемори. Доминошки. Ой, тяжелые, прям настоящие, слушайте. Доминошки прям тяжелые, настоящие. 1790. Это вот прям тяжело-тяжело, ребят. Так, еще дальше цифры. А, не, ребята, это тут уже пазлы, короче. Пазлы. Вам интересны пазлы? Скажите мне, пожалуйста. Вам интересно? Кстати, у меня вот дети увлеклись здесь хорошими пазлами. Вот я посоветую вам, ребята, для детей. Вот такой бренд. Это для малышей 30. И цена у него один к одному. Сейчас посмотрим. Так. 1130. Это большие. Это уже поменьше. Не смотрим на картинку Frozen, если у кого мальчики. 260. У меня ребенок, вот, в принципе, таких 4-летних собирает. Мальчик, конечно, не такая картинка, но все равно. Так, цена 1050. Хорошие пазлы. Прочные, не расклеиваются. Многоразовые. Мелкую моторику хорошо разрабатывают. Так, что-то по... Так, судоку есть, ребята, есть судоку. Судоку, мне кажется, разберется и без перевода человек. 913. Как выглядит, непонятно. Тут фотографии нет. Сейчас появилось столько новых игр. Кстати, здесь, в Белграде, есть уже ребята, которые устраивают настолки для детей. Встречи. Встречи с настолками. Ну, это для взрослых пазл. Ну, просто посмотрим, кто мало ли увлекается. 500 для взрослых и детей. 500 штук. 1015 все равно. Интересно. Game of Thrones. Тоже 500 пазл. Что там цена? Не могу рассмотреть. Не могу рассмотреть. По-моему, 950. Вот такими игрушками, показываю, для родителей, играют дети в садах, по крайней мере, в частных. Вот. У них очень мало машинок, кукол, там, я не знаю, медведей. В основном все вот эта сборка руками идет. Вот с такими разными. Разными. У меня даже сын просил купить. Сколько такая коробочка стоит? Сейчас покрутим. Так, квест «Найди цену». Ну, почему нет цены, ребята? Надо идти пробивать на кассу, узнавать. Так. И всякие тетрадочки, книжечки. Такая вся красота. 1390. Ой, разные наклеечки. Это... Так, цену попробую узнать тоже. Глобус, кстати, школьникам очень актуален. А он какой-то еще и светящийся. И опять без цены. Ну, извините. Кто увлекается Супер Марио? Кстати, много всяких штучек Супер Марио. У меня, например, сын увлекается. В общем, не знаю, я прям открыла книжные для себя с новой стороны. Всякой красоты можно много накупить. А вот и про Белград. 108 динаров. Кстати, ребята, смотрите. Это вот Белград. Мне кажется, это старая фотография. Это где Сава с Дунаем встречается. А, это район Земун. Так. Раньше звался этот город Таурум. Населялся с 9 века. Назывались Землин. Земляне перевод. Может, я неправильно перевожу, ребят. Ой, на английском есть. Это район Земун. Видите, как интересно. Сейчас еще как раз посмотрим с вами Белград. Да, вот такой зеленый. Это, кстати, вид с Калимигдана, мне кажется. Белград. Да, Калимигдан. Крепость. Можете почитать? Не хочу вам читать. Можете. Вот это с Калимигдана. Я, в принципе, делала отель Москва. Действительно красивый очень. Приедете, обязательно посмотрите. Это у нас церковь святого
раскивы. Раскивы. Как интересно. Можно изучать здесь Земун опять. Белград. Это мы уже с вами видели. Это храм Святого Савы. Огромный, красивый. Я там еще не была, но обязательно сниму для вас какое-нибудь видео. Расскажу про его историю. Так, это мост. Белградский. Bridge on the Ada. Ага, это на Аде. Есть такое место. Ада Цингалея. Красивый парк, огромный там с озером. Не буду все 100 открыток. Но смотрите, приедете, можете зайти. Мы сейчас в вулкане Книжном я нахожусь. Тут купить своим близким, родным какие-то сувенирчики, отправить почтой. В общем, ребята, Клондайк. Игры я вам показала. В основном многие страдают здесь без своих настолок любимых, чтобы проводить вместе время. Так что можете здесь купить. Здесь сидели на дорогой цене и как раз подучить немножко сербский. Ой, со светом совсем плохо. В итоге я купила игру Джуманджи в подарок для друзей, для подруги своей дочери. Вот, не удивлялась все-таки, не стала покупать никакие кружечки. В общем, система такая в магазине Вулкан. У них есть карточка скидочная, которая дает, никакого накопления нет, 5% скидки на все сувениры, тетради, ручки, канцелярию и так далее, на книжки 10%. Вот сейчас выходим из этого магазина. Очень много всего реально. Можно подобрать и для взрослого, и для ребенка. Мало вам доведения. Двери. Внимание, ребята, двери всегда открываются на себя. Если ты выходишь и толкаются вперед, если ты заходишь. Вот еще раз магазин Вулкан. Вот так он называется. Там и книжки, и сувениры, и подарки. Есть такая сеть Лагуна. Их, в принципе, много по городу. В старом городе даже есть Лагуна с кафе, где можно взять книжечки прям с полок, почитать, попить чай, кофе. Поставить книжечку на место. Можно, конечно, и купить. Вот. Книжные здесь, конечно. В книжных продаются книжки на сербском языке, но также есть полки с книжками для взрослых и детей на английском. Вот. Много всяких игр и сувениров, и подарков. Много покупают книжных всяких мелких подарочков на праздники Новый год, Рождество, Детство Валентина. Вот у нас недавно был. Вот они подарочек делают 40% скидку. Вот. Зайдем. Ой, толкай. Всегда двери вперед. Так, сейчас мы посмотрим. Вот очень удобно покупать какие-то такие. Подарочки можно и для деток, и для взрослых. Вот очень много таких вот всяких сувенирчиков. Если вы изучаете сербский, можно взять, почитать. Есть даже русская классика. Русская классика на сербском. Я видела. Какой-то раздел детской книги. Кому интересно, с деток здесь. Кто с детками приедет или уже здесь. И раскраски есть, и английский учим. Английский через сербский, это, конечно, интересно. Формируем новые нейронные связи у деток. Кстати, я вот бы посоветовала подросткам и в начальной школе, в принципе, брать какие-то такие книжки, видите, и Тарзаны, и какие-то, может, детективы для детей. Вот я тоже дочери своей хочу купить какие-то интересные детективы. Он и Паддингтон, и Бэмби. В общем, изучать таким образом язык через книги. В принципе, думаю, что ничего нового я вам не сказала, но в целом. Так, вы, наверное, меня попросите цены, как всегда. Ну, давайте попросим, посмотрим. Что мы посмотрим, самое простое. Учим английский, окей. Учим английский, 5-6 лет. Это где? А, кстати, да, у них очень интересно, цены ставят карандашиком. Еще не знаешь, еще не. А где? Кстати, а где? Да.
Вот цена, ребят. Карандашиком был. Ой, расфокус. Смотри. Вот 399. Учим английский для деток. Вот такой. Да, цена на книжках. Я не знаю, почему они так ставят. Ставят карандашиком. Официальный магазин. И все равно. Ну, такая история. 399. Это толстая с наклейками. У-у-у, для девочек. Книжечка. И все, давайте цены посмотрим. Так, здесь, наверное, в конце. Ага. Здесь написали, наконец-то, 749. Ага. Так, извините, тут у нас шалит. Стабилизатор. Так, ну давайте что-то возьмем для детей постарше. Маленький принц. Маленький принц. Все мы знаем, книжка небольшая, не толстая. Кстати, видимо, у них свое издательство «Лагуна». Так, здесь штрих-код есть, молодцы. А цена вот 499. Питер Пэн. Питер Пэн, я думаю, что тоже будет цена такая же. А, 599. Книжечка Питер Пэн. Робинзон Крузо. Ну, это прям, это можно и взрослым почитать, конечно. Робинзон Крузо. Я не знаю, я отдельную страсть испытываю к книгам, к бумаге. 699. Я всегда люблю почитать книгу, вот, в руках держать. Что там у нас еще? Майнкрафт. Какое-то чудовище Додилья. Угу. Так, толстенькая книжечка. Это уже для деток написано 8+. 8+, можете читать вместе, переводить вместе. Цена называется «Попробуй найди цену». Так, 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 так. Так, здесь нет, здесь нет. Очень интересно, как же узнать нам цену. Но нет цены. Ну, как вот они так делают нехорошо. Нехорошо делают. Ребята, нехорошо. Так, расскажите по поводу русских книг, кстати. Пойдемте наверх посмотрим. Сейчас, может быть, здесь еще что-то. А, сербский язык и книжья у нас есть. И учебники. По поводу русских книг. Есть такой русский дом. И там в русском доме... В русском доме есть русские книги. Но многие привозят... Многие привозят и с перевозчиками привозят из России просто книги. Ну, как обычно, покупают на Озон, Вайлдберриз. Вот, есть отдельные ребята, которые закупают, привозят тоже отдельные книги в телеграм-каналах. В телеграм-каналах все это продают. Очень много атрибутики, всяких игр, видите. Star Wars, Майнкрафт, что-то еще здесь. Demon Slayer, какой-то Demon Slayer. Я даже не знаю, ребят, кто это. Гарри Поттера много. Я знаю, что на Новый год очень много покупали. Я тоже своей дочке дарила тематику Гарри Поттера. Ну, на эти товары, конечно, цена подороже. 1400 кружечка. Записная книжечка. 775. Вот такая блиночку. Вот «Хоббит», Толкин. Давайте Толкина посмотрим, в принципе, Толкина. Толкина многие знают. 1500 за книжку. 1500 за Толкина. Делите на русские 750 и 700 рублей за книгу. Но не супер качество. Видите, бумажечка такая тоненькая, желтенькая. Видно, если они сделают хорошую белую бумагу, еще дороже будет, люди покупать не будут. Скорее всего, так. Какая-то фантастика. English. Гарри Поттер. Давайте откроем. Гарри Поттер. О, кстати, есть все собрание. Гарри Поттер. Это по фильму, видимо. Такая книжка. Hogwarts House Edition. Это какое-то дополнение Гарри Поттеру. Вау. О, какая толстая. Это какие-то дополнения, ребят. Кто в Гарри Поттере разбирается. И тут тоже цены нет.
Так, теперь посмотрим Гарри Поттер и Орден Феникса. Что у нас тут по цене? 1500. 1500, вот такая книга толстая. Все очень хорошей бумагой, но в целом читать можно на английском языке. Вот, пожалуйста. Ага. А, принц полукровка, вот он. В принципе, тоже идет 1500 за книгу. Можно пройтись, посмотреть канцелярию. Правда, как мы знаем, в книжных канцелярия всегда дороже. Есть маленькие магазинчики с канцелярией. Вот, где можно изучить, где можно цены, конечно, поменьше увидеть. Ну, давайте посмотрим. Фабер-Кастель, 24 карандашика, 539. 10 фломастеров Фабер-Кастель, 459. Мне кажется, что это цены дешевле, чем российские. Вот если вы зайдете на Озон какой-нибудь, то эту марку точно вы увидите. Не вижу цену. А, вот она, 815. Точно увидите дороже. А, в этом плане тут, кстати, вот карандаши подешевле. Ручки, видите? 159, 169, это, видимо, вот это вот, которая, видите, такая ручка очень хорошая. 385 динаров. Карандаш 40 динаров. Вот, можете приблизительно посмотреть. Точилки разные. Я столько точилок не видела никогда. И ластиков. Вот, 90 динаров, 70 динаров точилки. Тетрадь. Кстати, ребята, все дети пишут в школе вот в таких тетрадях. Больших, А4. Ты можешь иметь абсолютно любую тетрадку, никаких требований. В началке я не знаю, но в средней школе уже, вот, по-моему, там требований никаких. И линейки нет особой, и цвета какие хочешь. И пишешь ты карандашом. Не знаю почему. У меня дочка была в шоке, они пишут карандашом. Вот такую глину они используют на изо. Вот лепят что-то подобное, каких-то зверей. Получают за это оценку. Не успел на уроке, лепи дома, приноси результат, не принес, получаешь тройку. Буквально у меня недавно у дочери был. Это все касающееся Гарри Поттера, конечно, все, что брендированное, оно и дороже стоит. Вот, так что веселые тетрадки с классным настроением и в путь. Так, сколько этот рюкзачок стоит? Хороший вопрос. Эргономичный. 2500. Но это не эргономичный рюкзак. Эргономичные рюкзаки мало кто носит. Вообще носят какие-то тонкие, супер тонкие рюкзаки. Дети в школу. Но учебников вагон. Такая тяжесть.